Данное видео, третья часть, будет продолжение цикла моих видео о Древней Индии и следы древних богов. В двух предыдущих видео я высказал свои предположения, не только мои, что древние люди очень в древние времена, в конце каменного, в медном веке, в начале медного века, изображали самых древних богов с нечеловеческими лицами. То есть они, возможно, что-то видели, и, возможно, самые древние боги, они не выглядят как люди от слова вообще, в представлениях древних людей. Это же касается и Шумера, и шумерской цивилизации, убаид период до шумеров. Это же касается и халав культуры, тоже Месопотамия, до Шумера и до Аккада. Это же касается и других народов всего Ближнего Востока. И Азии в том числе, не только Ближний Восток, но и Азия, и многие другие страны, даже в Древней Греции, самые древние боги и в Италии изображались как какие-то, гипотетически можно предположить, птицеподобные существа, то же самое в Древнем Египте, в додинастический период. Четыре различных храма. Все фото предоставлены от Оли Азраэль, пользователь на Facebook, так же как и в предыдущих моих частях этого видео. Я хочу сказать, особо отметить, что на некоторых фото будут присутствовать изображения так называемых виман. Это дископодобные объекты, которые в представлении древних индусов были летающие машины, так называемые. Изображаются они не только именно у древних индусов, но иногда встречаются и у других народов. Даже есть текстовые записи о них. Есть даже сохранилась запись, что
ну, уже ближе к нашему времени. Хотели сразиться друг с другом, римская армия и армия, по-моему, Митридата. Они уже сошлись на поле, уже вышли на поле, построились, были готовы к бою. И вдруг появился какой-то летающий объект, который пролетел между этими армиями, ну, над этими армиями. И полководцы двух армий, и римская, и Митридата, решили, что это какое-то послание богов, они посоветовались между собой, у них было какое-то, и армии разошлись, боя не произошло, они подумали, что это послание богов с небес, и две армии, вместо того, чтобы произвести сражение, решить какую-то судьбу там двух этих империй, они разошлись, и боя не произошло. Это исторический факт, записан многими историками. То есть не то, что я там спал, и мне приснилось, и я придумал. Это официально исторически записано в различных исторических документах и упоминается некоторыми историками. И официальная история как бы тоже это все признает. Ну, сам факт, что такое событие. Что это такое, но какой-то летающий объект пролетел над ними, явно, ну, какое-то техническое, какое-то машина какая-то летающая. И то же самое и о виманах. Они будут показаны, ну, немножко в этом видео, но отдельно я хочу сам сказать, что в Индии очень часто упоминаются виманы, есть изображения виман, они изображаются по-разному, иногда это какие-то типа летающих дворцов, грубо говоря. Но более такое разумное изображение, это такие дископодобные объекты, очень часто встречаются. Очень много индийских храмов, на вершине которых вот такие дископодобные объекты. Иногда они изображаются как купола, иногда как будто колоколы, тоже как бы типа виман. Иногда они изображают, ну, очень часто в Индии они изображены дископодобные объекты, не только в Индии, есть подобные изображения и, по-моему, в Боливии. Так, очень похожий объект, это показывающий такой же объект, как и в Индии. Я покажу его фотографию, ну, фотографию этого, очень похоже на объект в Индии. Все четыре храма Железного века, то есть это, ну, блин, там историки говорят разные даты, там от 300-го года нашей эры по примерно 1200-300 год нашей эры. Точную дату никто не знает, я так приблизительно говорю. Как оно на самом деле неизвестно. Ну, от себя еще добавлю, что храмы все не завершены, не закончены. Вся работа была брошена во всех абсолютно четырех храмах. Ну, все остальное вы видите дальше в видео. Спасибо за ваш просмотр. We'll be right back.
Thank you.
мне.